середине Чили, точнее в горах Мальеко, спят у подножия утеса 22 человека, 22 землепашца, заколотые штыками, как вечный огонь над ними, снегов голубое пламя. Эй, 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 как вечный огонь над ними, снегов голубое пламя. И каждый взгляд, не смыкая, лежит с обогренной грудью и ждет от живых сигнала, чтобы спуститься к людям. Ласкает им лица ветер, срываясь гранитной кручи, и девичьи пряди линя над ним проливают тучи. Эй, 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 и девичьи пряди линя, проливают тучи. Пускай палачи услышат суровую поступь ночи, и 22 человека в них вперед мертвые очи. Когда наконец на Чили заря запылает ярко, товарищи, не забудьте расстрелянных из Амарго. Эй, 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 товарищи, не забудьте, оу, оу, расстрелянных из Амарго. В середине Чили, точнее в горах,